Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и мы продолжаем выживать на сервере gamai.ru, господи, куда я полетел, и сегодня я решил зайти, наконец-то, на голодные игры 5, потому что у нас здесь открылись новые голодные игры на Gamai, и я все еще их не заценил, надо это сделать, и давайте быстренько на какую-то арену зарегистрируемся, потому что их здесь много, здесь целых 4 арены, так что выбор у нас богатый. Так, здесь у нас арены 3 и 4. Я не знаю, давайте пойдем зарегистрироваться на какую-то третью. Так, это что у нас? Арена 3, вот, замечательно. Как раз осталось 2 человека, и я думаю, скоро здесь игра начнется. И давайте по-быстренькому пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Здесь есть магазин, алмазные вещи. У меня абсолютно никаких денег нет. Я бомж, даже в скине бомжа. В общем, здесь все, ну, довольно дорого, как для меня. Меч 90, у меня 90 даже и в помине здесь не было. Ну ладно, попробуем затащить как-то так, собственными силами. Так, тихо, я уже подлетел. Так, здесь у нас что? Скайп, это главный админ, МФД. Тут первая и вторая арена, я так понимаю. Там еще один магазинчик. Так, здесь есть какой-то паркур или что-то наподобие того. Так, там, здесь у нас опять табличка со скайпом. Тут бассейн, я так понимаю, PvP-арена. Да, кажется, это да, PvP-арена. Туда мы точно не пойдем. И тут, я так понимаю, можно набить еды. Еда мне не помешает. Свинка, а ну спамься. Я хочу тебя убить. Я хочу убить хотя бы одну свинку. Так, давилка. В давилку мы идти не будем. Так, я хочу свинку. Давай, свинка, ты можешь, я знаю. Рожай, спавнер, свиноматка. Давай. Хорошо, свинка есть. Гори синим пламенем, тупая свинья. Моя свинья, не трогай мою свинью. Это моя свинья, хорошо, дайте мне... Этот сволочь сперла мою свинью, иди сюда, я тебя сейчас буду убивать. Ладно, черт с тобой, я сейчас сам превращусь в жареную свинью. В общем, друзья, вот такое вот упоротое у нас лобби. Я надеюсь, сейчас будет старт игры, и я надеюсь, что очень скоро мы начнем наше выживание. Блин, здесь уже есть железники, и, в общем-то, куча-куча задонатили, а я не могу, черт побери, какой же я нищий. Алмазник, ну вот, ты мне и разорвешь пукан, я же знаю. Ладно, друзья, в общем, увидимся через секунду. Надеюсь, сейчас игра начнется, и надеюсь, я сейчас смогу поупарываться, поразрывать ваши пуканы, нехорошие игроки. И тогда мы уже продолжим и будем на это все действие смотреть. Увидимся через секунду. Так, друзья, давайте попробуем пройти паркур, может как раз у нас получится. Итак, поехали. Ай, моей жопке горячо, нет! Ладно. В общем-то, как видите, в паркуре я днище. Больше пробовать не будем, ждем начала игры. Наконец-то у нас начинается игра, осталась одна секунда, и давайте побежали. Я так понимаю, это спаун. Где здесь сундучки? Мой сундук. Все мое, никому ничего не отдам, пуканята. Так, подвинься, моя еда. Так, вон еще какие-то сундучки, я тоже их хочу. Блин, они пустые, ничего мне не оставили. Вот сволочи, ладно. Давайте будем как-то выживать, у меня есть какие-то кожаные ботинки. В общем, реально, как бомж. Выживание бомжа. Давайте, друзья, попробуем здесь. Может, что-то у нас получится. Куда-то плывем, сам не знаю куда. И сам не знаю зачем. Но, возможно, там острове что-то хорошее есть. Здесь не как на Хайпикселе. Здесь дается 30 секунд, чтобы разбежаться, залутаться, если получится. И тогда уже драть друг другу пуканы, что есть мочи. Не знаю, что у нас получится, но, скорее всего, ничего хорошего. Потому что я ничего на спавне не ухватил. У меня почти нет никакого оружия, никакой брони. Все очень плохо так. Здесь еще бы как-то выбраться. Я хочу, чтобы ты была моя первая жертва, но у него железная вроде бы броня. Господи, железная броня. Куда я прусь? Что я здесь делаю? О, уже время каннибализма. Сейчас кто-то мечом будет меня бить. Делает мне бобо. Кстати, здесь можно самому себе что-то скрафтить. И давайте попробуем это сделать. Может, нас не убьют, пока я буду себе что-то крафтить. Так, здесь у нас все разрушается, лутается, добывается. Кстати, там какой-то самолет я на карте вижу. Ну это прикольно, только зачем мне самолет? Мне нужен меч. Куда я улечу? Хотя, стоп, можно улететь нафиг с этого острова подальше и больше никогда сюда не возвращаться. Но нет, я хочу здесь выжить. И давайте в этой дырке, надеюсь, нас здесь никто не достанет. Хотя выковыряют, черт побери, выковыряют 100%. Так, ладно, делаем себе... кирку. Быстро, а то сейчас подойдут. Зрение лишат. И будет все очень плохо. Так. Добываем по-быстренькому булыжник.
Так, есть. И делаем себе... Зачем я 3 добыл? Ладно, пофиг. Делаем каменный меч. Так. Выбираемся отсюда. Берем свой каменный меч и идем убивать. Убивать, наказывать, искать нарушителей закона. Есть свинину, потому что она вкусная. Так. Вот и самолет, кстати. Около самолета никого. Я уверен, в самолете есть какие-то ящики, сундуки. Но, скорее всего, их уже давным-давно все облутали. Потому что пока я делал себе меч, скорее всего, что здесь уже давным-давно кто-то побывал. Так, хотя здесь вообще вроде ничего нет. Хотя вот сундук. Ух ты! Да ладно! Живем, народ! Есть у нас железный нагрудник. И это нормально. Это очень нормально. Хотя все равно, что мне железный нагрудник? Меня сейчас изнасилуют этим железным нагрудником. И на этом наша игра закончится. Я же знаю. Я же реально оцениваю свои силы. Да, к сожалению, я в голодных играх совсем не мастер. Но ладно. Идем еще сюда, посмотрим, что у нас здесь. Потому что если там мы нашли такие хорошие вещи, может, здесь найдем? Я передумал туда идти. Я не хочу, там пропасть. Так, ладно, там уже народ гасится вовсю. Сколько там игроков осталось? Я даже не смотрю в чат. Но я уверен, те, кто остались, они довольно серьезно, наверное, залутаны и, скорее всего, сделают мне плохо. Так, ну что, будем как-то спускаться. Ай, падать больно. Так, давайте по верхушкам деревьев, может, здесь что-то найдем. Блин, что так мало сундуков на этой карте? Админы, добавьте парочку сундуков, потому что что-то я ничего не могу хорошего найти. Мне бы хотя бы какой-то железный меч. Ой. Да ладно. Я не хочу с ними вступать в бой. Я так понимаю, это какая-то тима. Блин, ненавижу тимы. Против них всегда сложно выступать. Хотя иногда бывают такие ситуации, когда два пуканенка один другого начинают мочить. Потому что не знают, свои это или не свои. В пылу, в жару, в борьбы. И тогда получается очень хорошо. В результате я подбираю все эти вещи, я доволен. Не знаю, идем посмотрим. Может, что-то у нас и получится. Так, где эти двое были? Нехороших игроков. Так, ладно, давайте будем обходить это все по пляжу. Так, за нами никто не бежит? Вроде бы нет. Но это радует. Так, наверное, на этих буйках тоже что-то есть. Блин, там вертолет еще летает. Самолеты, вертолеты, куда я попал? Что это за военные действия? Военные действия, я здесь как масленок бегаю в поисках чего-то хорошего. В поисках счастья, вот. Если что, эту серию можно будет назвать «Масленок в поисках счастья». Потому что все как раз похоже именно на это. Так, за мной там еще никто не бежит. Дайте мне, пожалуйста, против меня такого же бомжа. Осталось 10 игроков. Блин, я еще живу. Никого еще не убивал, не видел, но живу. Так, давайте свининой будем пробивать себе путь. Давай, свинка, будь полезна. Хотя бы после своей смерти. О! Вот тебя-то я точно убью. Да! Да, мой дорогой друг. О, да, мое первое убийство на 5-х голодных играх. И насколько оно упорото. Так, мы же там что-то... Да, нет, ничего для меня не оставили. Ну, сколько там? 6 игроков осталось. Как видите, я прожил долго. Хотя и упорото, но долго. Ну, хотя бы карту вам показал. Я 100% даю, что я здесь не выиграю, но карту я вам показал, и это, в общем-то, главное. Вы видели, что это за голодные игры. В общем-то, довольно прикольная карта, к сожалению, сундучков мало. Но все же, они есть. О! Так, все еще не кончено. Все еще у нас друзья впереди. Железный меч — это уже серьезная заявка на победу. Но брони нет, точнее только нагрудник. Да и вообще нет никаких зелек. А здесь, если сейчас попаду на какого-то донатера, то... Меня может без проблем бросить зельку, либо он выпьет зелье силы, и тогда, блин, по мне хватит одного удара без брони, и тогда я, в общем-то, скукожусь. Так, здесь пусто, к сожалению, я так рассчитывал, чтобы хотя бы какая-то кепка. Так, ладно. Блин, где все? Почему я здесь один? Я себя чувствую таким одиноким. Я так в такой безысходности сейчас. Народ, давайте, подходите, либо меня убивайте, либо я вас убью. Кстати, здесь у нас есть магический компас, который показывает нам цель. 87, 86 блоков. Нам сюда нужно бежать. Или сюда, или туда. Куда-то туда. Да, там игроки. Ладно, бежим, бежим в ту сторону. Будем искать игроков сами. Если к нам никто не идет, если к Магомеду не идет гора, то Магомед пойдет к горе. Что я такое несу, я не знаю. В общем, я Магомед. Так,
Сегодня, друзья, я буду Магомедом. Так, сколько там еще? 94, блин, я, кажется, бегу вообще не туда. Или от меня убегает. В общем, неважно. Я нашел еще какое-то интересное место. Давайте его посмотрим. Будет у нас больше серия обзор карты. Потому что карта новая, я еще на ней не был. И я хочу открыть этот сундук. Курятина, ну замечательно. Я этой курятиной точно кого-то убью. Или буду использовать ее вместо брони. Надену себе на голову сырую курицу и буду говорить: я бешеный, я псих, не трогайте меня. Так. Что это такое вообще? Какие-то американские горки, походу. Блин, сейчас, если меня оттуда спульнут луком, то я буду очень долго ржать. Так, сундук. Яблочки. Ну, еда это, конечно, классно, но, блин, у меня еды уже полно. Так, я так понимаю, это какой-то автодром, машинки. В общем, это карта парк развлечений, я уже это понял. И что, прикольно, прикольно. Правда, под кораблик еще бы воды добавить, потому что он что-то не очень похож на кораблик. Курица! Курица, иди сюда, я тебя тоже хочу слить. Потому что всего лишь одно убийство, и то очень упорото, это не дело. Ладно, идем еще туда наверх. Блин, игроки, вы где? Сколько мне вас искать? Ну, вроде 70 блоков до цели. Где же эта цель? Все опять попрятались? Да, они меня боятся. Моя сила и мощь моего железного меча пугает всех. Это запомню. Так. В общем, к сожалению, игроков нет, поэтому я должен продолжать нести различный бред. Что же бы еще? Ой! Мамочки! Он от меня уплывает, он меня испугался. Иди сюда, мой дорогой друг. Я хочу с тобой познакомиться. А, и он с луком. Черт побери. Не иди сюда, мой дорогой друг. Или иди, не знаю. Я пока что буду смотреть тылы. Привет. Пока. О, и в него тоже стреляют. Я же говорил, что все не будет так просто. Иди сюда. Давай, давай, я сейчас тебя солью. Пока, мой дорогой друг, отдавай свой лут, я убегаю отсюда. Так, два убийства. Два убийства, это уже получше. Этот вроде бы был какой-то нормальный. Главное сейчас убежать, посмотреть, что за вещи. И по возможности их одеть. Потому что у него, кажется, еще был лук. А лук это классно. Лук это очень классно. Но если мне сейчас стрела прилетит в пукан, значит за мной ведется погоня. Но за мной вроде бы не ведется погоня. Давайте здесь по-быстренькому постоим. Так, что там у него? Штаны? Алмаз? Да ладно. Шлем. Ну, неплохо, неплохо. Так, все же за мной идут. За мной кто-то идет. Иди сюда, я здесь. Я здесь, мой дорогой друг. Давай, давай, война в елках. Получай, получай, нехороший, получай. Да как он меня убил? Я убит им, и осталось два игрока. В общем, вошел я в тройку. Меня, кстати, убил этот Ника 050, за которым я охотился. Ну, в общем, неплохой у нас заход получился, довольно упоротый. Но карту мы посмотрели. Я думаю, в будущем еще, наверное, сыграем на какой-то арене. Потому что мы играли на третьей, а еще у нас остается арена 1, 2 и 4. В будущем я очень надеюсь, что на них еще сыграем. А эта серия получилась вот такая, довольно, в общем-то, веселая. Поубивали мы, даже убили какого-то неплохого игрока. И я надеюсь, в будущем у нас будет еще не одна победа, потому что я хочу хотя бы раз здесь победить. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрикс, и мы еще обязательно очень скоро увидимся. Играйте в Майнкрафт на серверах gamai.ru. Всем пока!